На Филиппинах появились первые жертвы тайфуна Мангкхут. В островном государстве начались оползни в результате разгула стихии. Точной информации о разрушениях пока нет. Жертвами супертайфуна Мангкхут на Филиппинах стали не менее 2 человек. Об этом сообщает телеканал EBS-CBN со ссылкой на местные власти в субботу, 15 сентября. В Национальном совете по снижению рисков и управлению катастрофами подтвердили, что в результате оползней, возникших в регионе Кордильера из-за разгула стихии, погибли 2 человека. Также не менее 5 оползней произошли в районе города Багиа. Перекрыты дороги. О пострадавших в этой местности пока нет данных. На севере острова Лусан наблюдаются 6-метровые волны. Ранее сообщалось, что мощный тайфун Мангкхут ударил по побережью Филиппин намного сильнее, чем ураган Флоренс, который накануне вышел на восточное побережье США. Мощность Мангкхута эквивалентна урагану максимальной 5-й категории. Порывы ветра достигают 255 км в час. Супертайфун Мангкхут может представлять угрозу для более чем 40 миллионов человек в Филиппинах и Китае. Его основной удар придется на остров Лусан. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgroup.com.